Музыка немецких композиторов прозвучит 8 февраля на сцене Ленинского мемориала. Центральной фигурой станет Людвиг ван Бетховен, один из самых исполняемых мировых композиторов. В конце года мы отметим его 250-летие. Произведение Бетховена, увертюру к единственному балету композитора творения «Прометея», исполнит Ульяновский государственный симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением приглашенного дирижера Димитрия Сабатиниса. Эти произведения исполняются здесь не каждый день, не каждый сезон, и некоторые вообще, вот, например, у нас фортепианный квартет Брамса в оркестровке Шомберга, он вообще не исполнялся. Это совершенно новое произведение для оркестра. Димитрис родился в Москве в семье музыкантов. Профессиональное музыкальное образование как скрипач артист получил на родине отца в Греции. Затем последовало обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории. Музыкант успешно гастролирует за рубежом, выступая с различными оркестрами в Германии, Италии, Венгрии, Хорватии. Также в рамках концерта будут исполнены квартет для скрипки, альта, виолончели и фортепиано, соль минор и Иоганна Брамса и концерт для валторна номер 1 Рихарда Штрауса. В качестве солиста на валторне выступит артист Ульяновского симфонического оркестра Алексей Герасимов.